Закладки – это отлаженный механизм сбыта наркотиков. Продавец оставляет замаскированный сверток по определенному адресу, после чего отзванивается клиенту. По такой схеме этим летом в Орехово-Зуеве действовали две уроженки Украины, пока их не задержали сотрудники полиции. Что вы здесь делаете? Расфасовываю. Что расфасовывают? Метадон. Наркотики? Наркотик метадон, правильно? Когда в квартиру нагрянули сотрудники полиции, работа по фасовке была практически закончена. В ходе обыска было изъято 60 свертков наркотического вещества общей массой более 130 граммов. Каким образом продавали? Делала закладку. Дальше. Мне звонили, я посылала. Что посылали? Ребята не поднимали. Адрес говорили? Да. Как оказалось, 19-летняя девушка работала не одна. Уже через несколько часов была задержана еще одна подозреваемая в сбыте наркотиков. Ей стала 43-летняя уроженка Украины. За что вас задержали вчера? Нашли в доме у нас свертки. Свертки с чем? Наркотики. Нам чуть-чуть заплатили за это. Наркотики. Какое вещество наркотическое? Как оно называется? Я не знаю, но нам дали 20 тысяч. Это кто вам этот сверток большой передавал? Ой, я их не знаю, это все по телефону делалось. Ну, по телефону кто вам сказал? Кто вам оставил большой сверток? Где вообще его оставили? Там, на маяке, недалеко от нашего. Оставили большой сверток с наркотиками, правильно? Да. В нарколаборатории подтвердили, что данное наркотическое вещество – метадон. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые дожидаются решения суда. Им грозит от 20 лет тюрьмы. Кто